Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Фиксики Большой-Большой Секрет. А сегодня у нас по плану играть с Симкой. Вот она у нас такая красивая и нарядная, но мы ее сегодня переоденем. Для начала мы починим колонку, и затем уже после этого уровня будем ее переодевать. Я вот не помню, было или нет раньше, что показывало, какой у нас уровень. Сейчас у нас уровень 26. И давайте бежать. Так, смотрим, какая длинная-длинная трасса. Ничего себе. Придется с ней попотеть. Вот так вот. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что это со мной было? Вы это видели? Симка, ты что? Ох ты! Почему она так прыгает высоко? Вы это видите или это только я вижу? Может, это мне приснилось? Она как-то прыгала, как маленькая стрекоза. Интересно, почему? Я ей не говорил так прыгать. Может быть, двойной прыжок? Нет. Не срабатывает. Почему же она так прыгала? Или это какой-то небольшой глюк, или так может быть? Но если так может быть, то как это делать? В общем, вопросов больше, чем ответов. А если кто-то знает, то говорите об этом, чтобы в следующих обзорах, если они будут, то можно было рассказать всем остальным. Так, с Фаером мы справились. Точнее, он с нами не справился. Поэтому бежим дальше. У нас по плану после этого уровня Симку полностью переодеть с ног до головы. Поэтому все эти винтики нам лишними не будут. Ой, какие тут повороты страшные, а? Потому что чем длиннее трасса, тем... О, уже прибежали. Вот так вот быстро. Чем длиннее трасса, тем больше мы винтиков получаем. И тем больше сможем их удвоить. Я думаю, сейчас я за один раз Симку полностью переодену. Так, здесь нужно опять 32 запчасти. Ой, смотрите, они дали мне не удвоить винтики, не переодеть Симку. Что ж такое? Ладно, давайте для начала... Хотя нет, почему? Вот я могу переодеть. Так, Симка, кто ты у нас сегодня будешь? А, получается... Нет, стоп. Симка. Защитные очки. Пиратская повязка. Вот, получается, Симка-пират будет, да? Давайте пиратскую повязку оденем. Так. Да, видите, два костюма у Симки. Пиратская бандана. Ничего себе, наверное, сзади она красивая будет, да? Можем повертеть. Так, дальше ботинки строителя снимаем. Пиратские ботинки и пояс одеваем. Вот так вот. И костюм. Костюм был у нее дорогой, по-моему, за 1000 деталек. А, нет, подождите, у кого же это было за 1000? Я не помню уже. Где-то было. Вот они, пиратские перчатки. Ну вот такая у нас Симка-бандитка стала. Давайте попробуем с ней поиграть. Надеюсь, то, что мы ее переодели, не повлияет на качество ее бега, скажем так. О! Бандана, правда, без хвостика немного, но ничего. Вот нам сразу магнитик дали, для того, чтобы мы могли восстановить потраченные... Ой-ой-ой, там видели, прыгать можно было, а я не прыгнул. Для того, чтобы можно было восстановить потраченные винтики эти. Ну, надеюсь, скоро, может быть, добавят еще костюмов, потому что два костюма для Нолика, два для Симки. А как-то маловато, когда их купишь, то потом фактически нечего уже покупать. У нас еще есть Верта. Верту мы тоже можем переодеть. Поэтому в следующем обзоре как раз у нас останется, по-моему, один обзор, как бы, ну вот, из того, что сейчас есть. В будущем-то, конечно, сделают какие-то обновления. Добавят уровни, может быть, добавят или персонажи, или хотя бы одежду им. Но пока что вот у нас только останется переодеть Верту и починить... так, ой, блин, заговорился. А, починить останется монитор. Ого, вот и Фаер. Я, получается, посмотрел рекламу, как бы, и восстановил свой прогресс в этом забеге.
Особенно бывает, когда что-то вспоминаешь, отвлекаешься, там свои извилины напрягаешь, то потом не замечаешь какие-то препятствия. Так, вот. Файера мы. Лучше я здесь прыгну. Вот эти вот такие места маленькие, которые вроде бы совсем маленькие. Но тем не менее... Ой-ой-ой. Из-за них потом мы спотыкаемся. Вот так вот. Ай, что это я все пропускаю? Все подряд пропускаю. Я уже заметил, стоит раз ошибиться, и потом начинается. Проблемы, ошибаешься, ошибаешься. Вот у меня есть магнитик. Это класс. Жалко, что он такой маленький в сроках действия. Опа. Эту запчасть я не пропущу. Вот так вот. Ура, ура, ура. Так, ну фактически мы покупать ничего не можем уже симки. У нее все куплено, что можно. Вот эти вот три вещи, которые остались, скорее всего, уже у Верты можно покупать, да? А, но тем не менее, хоть детальки мне эти пока не нужны. А, винтики, как я их называю, но я их удвоил для того, чтобы в следующем обзоре можно было Верте купить все, что ей нужно. Сегодня у нас осталось три уровня вместе с симкой. Опа, проскочил. Такой узенький проход был, что я боялся, не смогу в него попасть. Так вот. Часто как-то начали запчасти попадаться. Почти на каждом шагу, если можно так сказать. Опа. Ой, ой-ой. Есть. Опа, ай, мимо деталек пробежал, эх, и мимо запчастей, не ту сторону, в общем, я выбрал, а здесь у меня есть магнитик, я лучше поверху побегу и возьму магнитик, вот видите, сколько он сразу мне много всего собрал, вот так вот, еще разок, и вправо, уже половина запчастей собрана. В принципе, вот уже скоро будут и все. Так, ой. Я заметил, что когда я поднимаюсь вверх, вот там второй, третий этаж, то тогда чаще врезаюсь. То есть, когда вот бегу по низу, то практически никогда не врезаюсь. А когда вот на втором, на третьем этаже, там даже четвертый бывает есть, там постоянно почему-то я врезаюсь. Так, нужно здесь успеть как-то прыгнуть. Вот так вот, хорошо. Опять же, повторюсь, хорошо, что здесь есть возможность продолжать бег за рекламу. Такое не везде есть. Опять удваиваем наши детальки. И, в принципе, бежим дальше. 29 уровень. И 10 запчастей нужно собрать. Так, симка, давай распрыгаемся. Ох, какой... Ой-ой-ой. Я, конечно, имел в виду попрыгать, но не так высоко. Ты не испугалась, симка? Нет? Я немного испугался, что ты улетишь куда-то с трассы. Так, а вот впереди, смотрите, еще один прыжок. Опа, и смог даже сюда перепрыгнуть. Отлично. То есть не успел приземлиться, сместился в сторону. И вот он. Результат. Куча деталек собрана. И запчасть взята. В общем, вот так вот. Опа. Так, половину уже мы собрали. О, Файер, опять ты. Не надоело тебе еще, а? Вот так вот. Опа. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от Файера уйду, да? Как в сказке. Опа. Еще. Вот так вот. О, магнитик класс. И опять куча
а деталек магнитик не приносит. Ой, опять я пробежал вот сюда. То есть не туда, куда нужно. Уже не первый раз делаю такую ошибку, никак не запомню. Так, ну осталось совсем немного, и опять я бегу не по той стороне. Что ж ты поделаешь, а, Симка? Давай мы с тобой будем внимательнее, договоримся. О, магнитик, класс. Теперь можно просто бежать и собирать все полезное. Опа. Ой. Что-то я в каждом уровне немного ошибаюсь. И опять же, видели, вот, как я говорил, на высоте, то есть на высоких уровнях. Почему-то ошибочка получается. Буквально немного не добежал, чтобы не ошибиться. И смотрите, сколько много. 382 детальки собрал. Я сейчас их удвою, будет вообще много. Да, смотрите, 764 детальки. Вначале это вообще только снилось такое количество. Но вот сейчас с каждым уровнем можно собирать больше и больше. И на 30-м 13 запчастей. Это, наверное, будет действительно далеко. Длинная, в смысле, трасса. И по идее здесь можно будет собрать еще больше деталек или винтиков. Вот первая запчасть есть. Эх, хотелось и детальки собрать, но нужна была запчасть, поэтому я побежал не вправо вниз, а влево вверх. И вот так. И еще там впереди что-то блестит. Опа, получилось. Снова, это четвертое уже. А вот и Fire пожаловал. Явился, не запылился, да? А мы с ним справимся, я думаю. В очередной раз. Все, Fire откидался. Больше не помещается в свою летающую тарелку. О, вот, наконец-то я побежал здесь сверху, а не снизу. И сразу взял лишнюю детальку, пятую, по-моему. И никуда не врезался, никуда не попал, да? А вот и шестая. Опа! Чуть было уже не врезался. И магнитик. Магнитик — это здорово. Вот так вот. Так, какая там седьмая была? Ой, по этой стороне нужно бежать. Вот, отлично. Восьмая. Ой. Так, а здесь опять я... Нет, можно было здесь бежать по низу, но я побежал с другой стороны. Но зато взял запчасть. Девятая или... Это, наверное, уже десятая была. Что-то я сбился со счета. Да, это одиннадцатая. И вот сейчас я пока магнитик... взял, как раз хорошо, впереди не было никаких запчастей. То есть магнит перестал не действовать, я возьму последнюю запчасть. Надеюсь, она так далеко. Вот, здорово. Опа! Тыдыщ! И опять, смотрите, в прошлый раз было, по-моему, 374 или сколько-то. В общем, в этом районе. И опять столько же почти. Вот они, монетки. Смотрите, сколько я уже почти 3000 собрал этих деталек. То есть мы в следующем обзоре сможем сыграть Вертой. Вот, допустим, она у нас была принцессой, после этого она у нас сможет стать пчелкой. Да, получается два костюма пчелки у нее. Но это будет уже в следующем обзоре. А пока есть у нас Симка, и сейчас у нас монитор. Я буквально посмотрю на него, а как вводная, скажем так, часть. Ну и оставлю потом это для Верты. Кровать, трасса наша. Ой, ой-ой-ой, что-то я не успел даже посмотреть. Как-то быстро все началось. А ну-ка, даже интересно. А ну-ка, я сейчас врежусь. Что-то, подождите. Не, нет, не получилось посмотреть. А ну-ка, переиграем. Вот монитор. Как-то быстро тут все так произошло.
Не знаю, по-моему, какая-то этот, маленькая карта, или мне так показалось. Хотя, по идее, она должна быть последняя, вот сейчас из доступных. Поэтому должна быть длинная-предлинная. Ну вот. Может, мне действительно показалось, что она такая коротенькая. Так, мне нужно сколько там? 40 деталек до 3000, чтобы у меня было. Ровная цифра. Я сейчас постараюсь именно сделать... Ой-ой-ой-ой, не постараюсь. Не получилось. Хотел сделать, чтобы у меня было ровно 3000 деталек. Это, в принципе, недолго, поэтому я вот сейчас подобью, скажем так, ровную сумму. И на этом можно будет завершать наш обзор сегодняшний. Так, сколько там уже? 66, 71. Ой, сколько здесь много всего, смотрите. Деталек вообще почти нет, зато куча препятствий. Симка, тебе не тяжело? А то что-то ты так врезаешься сегодня часто. Я начал переживать за твое здоровье. Деталек по-прежнему нету. Смотрите, куда же они все подевались? Они, наверное, услышали, что я хочу их собрать. Но это как-то нечестно. Вот смотрите, сколько я бегу. А деталек все нет и нет. Ну, где же вы? Ай, смотрите, попрятались. Уже, наверное, минуту нету деталек. Ни одной. Вот это да. Уже скоро конец трассы, а деталек все нет. Но это точно нечестно. Как же это? Да-да-да. Осталось 26 деталек до моего плана. Так. Интересно, интересно. Почему их нет? Реально, почти всю трассу я пробежал, и не было деталек. Вот вначале их чуть-чуть есть. Ой, блин, даже ж такое. Хотел сместиться, не успел. Так, 23 детальки. 23. Они меня решили, видно, замучить сегодня. Как будто читают мои мысли. Так, еще раз попытка. О, сейчас успел. 83, 91. И все, я так понимаю, дальше деталек не будет, да, опять? Поэтому я врезаюсь. И сейчас мне нужно четко-четко так вот пробежать и взять всего лишь 9 деталек. Как это сделать? Они же там целыми пачками лежат. Сейчас попробую, получится или нет, как вы думаете? Итак, вот у меня 94. Ай-яй-яй-яй. Ну, меня домучили. Этот мой план, уже давно можно было завершить обзор. Вот я если что-то себе захотел, то вот так почему-то мне не имется, скажем так. А ну-ка, так, 97, нужно 3 детальки. Опа, опа, видели, видели, видели. Я сделал это. Ровно 3000 деталек у меня есть. Так, все. Друзья, на этом, я думаю, наш обзор можно завершать. У нас остался только один монитор, вот непочиненный. Надеюсь, скоро будут другие предметы. А пока у нас, вот видите, 30% прогресс, и мы уже суперфиксик. Интересно, что будет дальше там? Супер-мега-пупер фиксикус какой-то дальше. Ну, в общем, надеюсь, это когда-нибудь узнаем. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам хочется поиграть в эту игру, то ссылочка на нее в описании к этому видео. Игра, к сожалению, платная, поэтому для того, чтобы в нее поиграть, нужно ее купить. Если вам понравилось наше прохождение, то поддержите это видео своими лайками, пишите комментарии, не забывайте подписываться и не пропускайте наши новинки. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.